Итак, ребята, я всех приветствую. И сегодня, так скажем, будет у меня испанское бритье. Опять моя красавица чашечка. Единственное, чего будет здесь не из испанского производства, это помазочек. Ну, пускай будет французский сильвертип от Тьера. У меня нет испанского помазка. Мыло. Мыло будет вот в такой баночке. Я когда-то давно делал обзор, мне оно понравилось. Это Лиа. И автошлиф. Автошлиф будет тоже Лиа. Тот испанский от Виктора, я потом, я им пользуюсь потихонечку, видите. Очень, на мой взгляд, рабочая штука. Единственное, немножко аромат, скажем так, не мой, но касаемо уходовых, это просто очень, очень здорово. Ну и гвоздь программы, еще разочек показываю, вот такая вот красавица, новенькая абсолютно бритва, это филармоника. Филармоника 14 от Хосе Мансара, по-моему, да? Сейчас я, пожалуй, начну. А начну я с того, что нанесу пришив и поправлю бритву. Пришив, кстати говоря, тоже не испанский, английский, но ладно, это все детали. Так. Ремень. Касаемо отправки, звук абсолютно такой же, как у Роминой бритвы. Знаете, как тот звук, когда где-то кто-то вдали точит косу. Но это уже такое, я думаю, что многие поколения даже себе не представляют, что это и как это выглядит. Не то, что как это звучит. Так, смотрю, пишет там все. Пишет. Итак, филармоника 14, двойная закалка, W темпа. Их я как-то там говорил уже в предыдущем ролике коротеньком, ну, в предыдущем, касаемо филармоники, я говорил, что их порядка 4 моделей, которые я знаю. Это получается у нас Навадур. Филармоника 14, затем идет, ну я, кстати, по периодичности, вот там, какая из них шла первая, мне сложно сказать, одним словом, Навадур, затем Эспециаль, затем у нас там идет, по-моему, Саб Зеро и вот Дубл Темпер. Возможно, до того были еще какие-то модели. Я видел старенькую, очень старенькую модель. Она не была никак инхрустированная и не было никакого напыления золотого. Очень древняя бритва. Да. И видел еще филармонику, которая
по форме такая же, но при этом у нее, как у пумы, здесь вот резиновая такая, такой чулочек резиновый. Для чего? Наверное, для удобства, но вот касаемо влаги, не знаю, как там все это дело обстоит. Ну, кто знает пуму, у них очень часто встречается вот такой резиновый чулочек. И главное, его не снимешь, потому что, я так понимаю, он одевается, затем уже заклепывается между вот этих вот двух половинок оправы. Что я хочу отметить касаемо оправы. Оправы, чем старше были бритвы филармоника, тем они были интереснее, любопытнее. И гамма цветов там была очень такая достаточно интересная, не броская, но при этом богатая. Они были более объемные. Вот в этой части здесь было, насколько я помню, ну да, естественно, лира и тиснение такое объемное, что придавало ручке такой объемный вид, и она смотрелась несколько богаче, нежели это. Я так подозреваю, почему эту я нашел новую бритву. В силу того, что, скорее всего, это была одна из последних моделей. Потом я читал, что были еще даже вплоть там до конца 80-х годов еще что-то выпускали. Но там уже пишется, что то было все несколько другое. И там, по-моему, даже не было вот этой золоченого напыления и так далее. Ну, эта информация такая, знаете, я на форумах еще почитал. И я хочу сказать, что, а может быть, что-то я еще упустил, я не видел. Но я всегда говорю, что если не видел, это не значит, что этого нет в природе. Потому что я много чего не видел. И поэтому говорить, что вот только так и не иначе, естественно, быть не может. Итак, вот еще разочек показываю близко. Вот такая красота. Так это смотрится все. Вот такое состояние бритвы. Взбиваем пенку. Ну как взбиваем? Я, знаете, скорее всего, ее взбивать не буду. Я нанесу прямо на лицо сразу. Первый раз нанесу для того, чтобы убрать лишний пришив. Первый раз я побрился в понедельник, и у меня будет для вас такой своего рода неожиданный сюрприз. Какой, я чуточку позже вам его озвучу. Вторую неделю один. Мои балдеют в Южной Африке. Красота неописуемая. Может быть, выложу коротенький ролик. Антон мне говорит, что по климату очень скоро Сан-Франциско, там океан, естественно, рядом. Невероятно свежий воздух, не жарко. То есть температура такая, сейчас у них фактически лето в разгаре. Температура 24, ночью 19, бывает днем где-то 26. Жена моя говорит, что очень напоминает нашу такую июльскую погоду. То, что в Москве. Так. Накладываем компресс. И заодно я хочу с вами поделиться ощущениями. Чего нужен теплый компресс? Даже может быть, ну, выше, чем теплый.
Щетина, ну, тот же самый волос, естественно, он только пожестче. Насколько я понимаю, это тоже что-то связано также и с ногтями. То есть, если хотите постричь ногти, надо их распалить. Ну, это естественно, да? Известный факт. То же самое с щетиной. Поэтому, если просто прикладывать влажную салфетку к лицу, то, ну, я думаю, что здесь вы, собственно говоря, очистите лицо от пыли, снимите какую-то шелуху, которая, чешуя, которая остается на лице. Ну, остальное все дочистите, как говорится, бритвой. Но горяченькая салфетка хороша для того, чтобы смягчить щетину. Она становится реально мягче. А пришейф нужен не для, на мой взгляд, не, ну, может быть, и для размягчения щетины, но больше, мне кажется, все-таки для того, чтобы кожа ваша стала эластичной. Вот два вот таких вот столба, на которых держится подготовка, моя подготовка к бритью. Так, еще разочек набираю мыло. И наше. Мыло от Лео очень удобное, но, опять же, по аромату напоминает мне аромат, они созвучные с лосьоном, но очень удобное в том смысле, что оно беспроблемное. Вот. Ну что же, это уже мой второй опыт. Поехали. Ну, вы все сами слышите. Тихонько, тихо. Так, это у нас справа. Мы едем слева. Так, ну что я могу для начала сказать? Очень мягкая бритва и очень действительно комфортно бреет. Звонкая достаточно, это естественно, потому что полотно дюймовое.
и достаточно тоненькая. Так. Сейчас, одну секундочку. Так, второй проходик. Поехали дальше. Очень цепкая бритва. Другая сторона. Почему молчу, думаю. Я постараюсь, как бы это сказать, постараюсь быть деликатным в сравнении. Потому что я скажу так, что есть как и почитатели ровных бритв. И уж тем более, естественно, конечно, большая часть филармоники. Очень любопытная бритва, ребят. Это что-то. Но меня так и подмывает сказать еще что-то. Но я сейчас, пожалуй, все-таки озвучу. Дело в том, что в эту бритву, когда она мне пришла, я, помните, так, лихо пальцем по ней. Меня Саша Буделев в свое время предупреждал уже однажды, говорит: Олег, не делайте так, потому что когда-нибудь поранишься. Меня и в этот раз пронесло, я не порезался, но я потом стал изучать кромку, и выяснилось, я посоветовался с Лешей, выяснилось, что у нее заводская заточка, значит, все-таки их затачивали на заводе. Ее практически не видно, то есть фаски нет вообще. Вот, смотришь на нее, ну, абсолютно. Я задался вопросом, думаю, как же так? Интересно, взял волос, попробовал. Она
режет, но, знаете, вот есть, просто приложил, волос отпал. Ну, правда, у меня мощные волосы, я беру волосы, дергаю с груди. Да. Я думаю, дай-ка я ее поправлю. Я ее поправил, естественно, продезинфицировал. И она еще лучше стала, этот волос резать легче. Мне это вообще подзадорило. Я такой думаю, так. Ну, естественно, заточник с меня такой же, как из соплей пуля. Но что я умею делать достаточно неплохо, я, ну, готовую бритву я могу хорошенечко, то есть освежить ее кромку на финишном камешке. У меня есть хороший тирингиз, и я на нем взял, естественно, поклеил изоленту. Очень аккуратненько, легко, очень легко. Раз 50 провел в одну, в другую сторону. И, о чудо, волос вообще просто расщепляется. А, так еще ко всему прочему, я думаю, дай-ка я побреюсь. Я вот в понедельник как раз и побрился. Я Леше позвонил, говорю, Леша, я побрился, просто обалдел, скажем так. Алеша говорит, если такое дело, даже точить не надо. Это заводская заточка, видимо, скорее всего, была. Я ее подвел. И она стала брить. Вот я сейчас бреюсь уже второй раз. Я, ребята, вам скажу, что невероятно комфортно бреет. Настолько мягко. Теперь касаемо стали. Эта сталь, я бы сказал, в корне отличается от стали, которую использует Рома. И тут я был неправ, когда говорил, что филармоника, ну, дескать, будут брить одинаково. И здесь вся причина в размере. Ну, в смысле, и там дюйм, в размере полотна, ну, плюс выборка. Да, это так. Но сталь у Ромы. Очень точно подметил это Саша. Но Саша Будилев, он точит их постоянно, эти бритвы. Естественно, я тоже задумался, что же это мне напоминает, что же это за сталь. Но не додумался. А вот Саня сказал точно. Он как только сказал, я сразу понял точно, так и есть. У Роминой стали... Она очень смахивает на сталь C135, вот эту вот утьеров, последнюю, вот это серебро, сталь серебряная, да? Она, если это достаточно бархатно бреет, то Ромина бреет бархатно, но при этом есть вот такой, когда она рассекает щетину, есть такой несколько стеклянный звук, точно такой же, как у утьера моего Лиса и Петух, только она бреет комфортнее, потому что там все-таки, ну, полотно, во сколько там, на миллиметра 3,5 больше, даже 4, потому что там, по-моему, 19, между 19, ну, 6-8, грубо говоря, а там дюйм. Итак, теперь, ну, касаемо ощущений, я, в общем-то, сказал, они обе очень комфортные бритвы, но бреют по-разному. И я вам так скажу, что те, кто пользовались филармоникой, вот я вам, ребята, могу сказать так, вы, как вот мне когда-то в свое время Саня Подолян, он же мне первый порекомендовал попробовать филармонику, я отнесся к этому скептически, в чем был неправ, потому что это действительно очень крутая бритва, замечательнейший инструмент. Да, но и вот я вам рекомендую, у кого есть деньги и кто действительно вот болеет этим делом, вот точно так же попробуйте приобрести у Ромы бритву на выборке. Не берите там, Рома делает такие вещи, я тут недавно видел бритву, такую кастомную там в камнях, все это, конечно, ну, это уже дело такое вкуса, но вот
Если вам интересно побриться реально кастомной, крутой, классной бритвой, вот договаривайтесь с Ромой, заказывайте у него бритву именно такого же формата, и ну, форма такая же, как у меня, с выборкой. И вот вы тогда почувствуете класс этого парня, на самом деле. Потому что Ромина бритва бреет не хуже. И знаете, вот эта бритва красивая, я вам хочу сказать. Бреет шикарно. Я даже не знаю, какое можно отдать предпочтение. Она бреет по-другому. Она бреет, я бы сказал, мягче. Чуть-чуть мягче. Вот. Вспоминаются слова одного героя: с народом надо быть помягче, да? Вот. И она чуточку мягче в силу того, что здесь другая сталь. А у, еще раз повторюсь, у Роминой бритвы сталь, она более стеклянная. Но мне это тоже очень нравится. Она просто обалденная. И знаете, здесь как с Харлеями. Вот подходишь, смотришь, классный, крутой Харлей. Вот ты его, блин, думаешь, ну все, вот я недавно любовался фэтбоем. У меня там есть кое-какие мысли касаемо этого мотоцикла. И потом вдруг раз появляется кастомная версия фэтбоя с буковкой такой S. И ты, блин, понимаешь, что этот фэтбой, ну он как бы фэтбой, он классный, все, блин, вот реально классный, все. Но кастомный — это просто бомба какая-то. Поэтому, если объективно, ребята, очень если объективно, вот брать эту бритву, она сделана не архи качественно, как сделана Ромина бритва, потому что Ромина бритва безупречная. Здесь есть много нюансов, скажем. Сама ручка, она достаточно, ну, скажем так, бюджетная. Хотя достаточно плотный, хороший пластик, крепенький, все. Ну, скажем, это не произведение искусства, так? Так. Вот срезали они здесь пол. То есть, что хочу сказать, здесь реально чувствуется все-таки поточное производство. То есть, вот здесь видно, как человек к наждаку приложил, остались вот следы, но он как бы выравнивал форму. То есть, я представляю, все это на потоке. И Ромина бритва. Это просто безупречный, это шедевр. А касаемо бритья, и та, и другая бреют шикарно. Это тоже очень шикарная бритва. Но они бреют по-разному, это я вам могу точно сказать. И здесь, кстати говоря, кому какая понравится, сложно сказать. Вот я не могу выбрать эту или ту в плане бритья. Они обе комфортны. Но если говорить о дизайне, вот то, что у меня в частности, может быть, есть там спорный вопрос с длиной хвостика, но все остальное — это просто безупречно. То есть вот на сегодняшний момент данная бритва, она, ну, считается таким, как я понял, топиком. И вот и действительно шикарная бритва, ей пользовались все барберы Испании. Фактически это бритва, ну, номер один. Вот, в качестве бритья она, конечно, супер. Я не спорю, действительно очень крутая. Но чтобы расширить свой в этом смысле кругозор, ребята, у кого есть 14-я филармоника, у кого есть деньги, закажите у Ромы бритву. И вы посмотрите, насколько этот парень молодец. Вот и все, что я вам хотел сказать. Я что могу еще добавить? Единственное, что ее еще не точил Леша. Может быть, когда-то я прибегу, естественно, к его услугам, поскольку все равно придет время, ее надо будет заточить. И, скорее всего, я так подозреваю, она может обскакать Ромину бритву. Но, опять же, я, наверное, если это сделаю, то сделаю заточку сразу, чтобы Леша точил и ту, и другую. И через какое-то время я еще разочек вернусь, может быть, вот к этому вопросу. Вердикт такой. Бритвы обе шикарные. Это Харли Дэвидсон, скажем так, фэтбой. А Ромина бритва — это фэтбой S.
Ну вот, пожалуй, как-то так, ребята. Ну а я, пожалуй, добреюсь. Вот, что называется, мое видение всего этого. О Роме могу сказать следующее. Рома, не подкачай. И делай бритвы так, как ты делаешь вот эти вот с выборочкой. Я клины не берусь. Я думаю, что клин, хотя я также думал по поводу выборки. Я думаю, клин сделать и переплюнуть английский либо французский старый, ну это маловероятно, это очень сложно. Сталь другая просто, понимаете? Но с выборочкой, я вам так скажу, что это два таких форварда у вас будут. Филармоника 14 и Ромина дюймовочка с выборкой, с полной экстра холограмм. Вот это будут два шикарных форварда. Вот как хотите, ребят. Форма сама этой бритвы в филармонике, она, конечно, я бы не сказал, что она выдающаяся. Она мне нравится. Она красивая бритва, ничего не скажешь. Но это встречается сплошь и рядом у японских бритв. Это раз. Плюс такая форма даже у немцев, тот же самый Херб, да? То есть, скажем так, касаемо формы, здесь никакой уникальности нет. Но бреет она уникально, это факт. Вот с чем соглашусь, так это с тем, что бреет она просто нереально комфортно. Опять заболтался, опять мыло нанес не там, где надо. Да ладно. Вот такие, ребята, у меня мысли касаемо филармоники. И я хочу сказать, что я по-настоящему рад за парня. Еще раз говорю, это ручная заточка. Парень торгует на eBay, знаете чем? Паровозики, эти железные дороги, там затем значки и все такое. Я у него узрел эту бритву, затем я с ним списался. Он в Россию не отправлял ничего. Я с ним вежливо пообщался, аргументировал свое предложение отправить его, эту бритву мне. Он мне дополнительно, он согласился, дополнительно его попросил в разных ракурсах сфотографировать мне еще раз эту бритву, дабы не нарваться на трещину, потому что трещину можно призывать. И затем отправил мне. Еще раз говорю. Да, то есть ее это говорит о том, что ну вряд ли там был Леша или Саша и точил эту бритву, то есть бритва с заводской заточкой, как выяснилось. И надо отметить, что да, эта заточка абсолютно рабочая, комфортная. Это еще раз говорит о том, как подходили еще в те времена, когда пользовались бритвами. Это 70-е годы, конец, это начало 80-х.
выбрился очень гладко. Она выбирает просто обалденно. Ну, это все из-за того, что бритвы вообще с таким полотном на выборке, они вибрируют очень и перебирают каждый волосочек. То есть просто обалденно. Здесь можно еще разочек пройти чуть-чуть, потому что я не проходил вот под таким углом, а можно и не брить, потому что выбрито достаточно здорово. Еще разочек и все. Okay. Есть чуть-чуть. Поэтому, когда меня спрашивают касаемо ромбиных брит, я все время подчеркиваю именно, какую брать бритву. Потому что мне тоже не хочется ударить лицом в грязь. Я не буду рекомендовать того, чего я не пробовал. Но вот во всяком случае могу рекомендовать. Бритву Рома, вот именно а ту, которая модель у меня. Там парень у меня уже спрашивал, какая. Я не знаю, какая это модель. Но я, в принципе, озвучил о том, что это дюймовая бритва с полной выборкой. Ручку и все остальное вы можете выбрать уже там сами, на свое усмотрение. Вот. В целом, вердикт мой вы уже слышали. В общем-то, действительно шикарная бритва. Она из, ну, на мой взгляд, из всех, скажем так, бритв, которые у меня были, которым я делал обзор, наверное, самая комфортная, я имею в виду из тех, которые производились не так давно. Она действительно шикарно бреет, это факт. Но я вам еще раз говорю, что Ромина бритва не уступает. И она, да, лишь единственное, она бреет по-другому. Ощущения, в принципе, те же, мягкость хорошая. Очень начисто выбривает. А единственное, вот когда режешь, чувствуешь вот этот более звонкий такой хруст. То есть такая стеклянность есть некоторая в этой стали. И эта сталь, действительно, Саша, еще раз повторюсь, очень здорово подметила. Она мне очень напомнила, как кто бреет. Вот по звуку, по ощущениям немножечко, как лиса и петух. Так, Леа. Замечательнейший лосьон от Ташиев. Единственное, что был бы аромат чуточку какой-нибудь побогаче. Этот какой-то травяной. Ну что ж, ребят, на этом, пожалуй, все. Все, что думал, сказал. Ну, а вы уж сами там решайте, как быть. Стали разные, это факт. В чем я был неправ и заблуждался. Пока.